восьмиугольник правильный. Как бы нам его... Первый способ. Опять проводим средние линии. Делим наш квадрат пополам. Делим наш квадрат пополам. Значит, в отличие от квадрата, восьмиугольник у нас имеет 8 вершин. Поэтому мы можем сделать следующим образом поступить. Они располагаются на диагоналях квадрата. Значит, разделим, проведем диагонали квадрата. Пройдем диагонали квадрата. Ну и возьмем серединку. Значит, вот так заворачиваем, отмеряем отрезки равной величины на диагонали и на средней линии. И ровно по этому отрезочку заворачиваем треугольник. С этой стороны отгибаем и заворачиваем. Когда мы разогнем наше построение, мы увидим, правильный восьмиугольник. В некоторых книгах описан другой способ построения правильных восьмиугольников. Пополам складываем. Так. Пополам. И еще раз пополам. На серединах вот эти точки, где стороны квадрата, пополам строим новый квадрат. Для этого загибаем к центру. Вот такой квадрат у нас получился. Ну, квадрат это не восьмиугольник, да? Так. Что мы делаем? Нам нужно половиночку еще взять. Мы отгибаем центр. Отгибаем еще раз. Вот сторона квадрата. Это наш прямоугольный равнобедренный треугольник. И еще раз его отгибаем. Два перегиба дают еще одну вершину восьмиугольника правильного. А почему это правильный восьмиугольник? Потому что там градусы. Ну, смотри, сейчас минутку я тогда сделаю. В центре у нас квадрат. В центре у нас квадрат, да? Здесь
когда мы перегибаем, мы делим угол пополам, значит, это 45 градусов пополам, это 22 градуса 30 минут. Соответственно, с другой стороны делаем тоже 22,5. Всего 45 градусов пополам, это 22,5, да? Мы половинку взяли 22,5 и 22,5, это 45 градусов. Соответственно, 90 градусов и 45 градусов, это 135 градусов. Все углы по 135 градусов. Поскольку у нас получились равнобедренные треугольники, то и стороны равны. Но от предыдущего они, этот восьмиугольник, отличаются только размером. Меньше второй. Вот этот меньше, да. Второй по построению был меньше, потому как мы использовали здесь диагональю восьмиугольника. А здесь то же самое расстояние является только серединами сторон восьмиугольника правильного. Вот середины сторон. А наши вершины располагаются вот так вот по диагоналям. Квадрат. И вот так. За счет этого он получился немного больше. Ну вот такие два способа. Из квадрата семиугольник. Нет, конечно. Ну, в данном случае мы всегда пользовались симметрией. Вот. И все точки, все вершины у нас были парные. Семиугольник, он же не парный. И мы не знаем, как можно это сделать.